Так, ну что, я в Заре. В Заре весна, весне дорогу. И померила вот такой костюм. Цвет великолепный, весенний, веселый, нежный. Ну смотрите, брюки на высокой талии. Обожаю такую посадку с защипами, с ремнем в тон. Но какой недостаток? Смотрите, такие же брюки я вам показывала в черной расцветке, там все идеально. Никаких посторонних выпуклостей не видно. А тут опять такой материал, он невыигрышно выделяет карманы. Я не люблю, когда вот так карманы. Дополнительный какой-то объем создают. Ну вот даже коленки, вот посмотрите. Такой эффект вот мне не нравится. Далее пиджак. Он идет своеобразным вырезом на крючке. Он мне просто сам не нравится. Был бы он поинтереснее, лучше с лацканами, однобортный. Он как бы приталенный, хорошо, но на этом его достоинства заканчиваются. Кстати, вот такой цвет с черным хорошо смотрится. Здесь можно пододеть топик черный-белый. Но материал подкачал. Цвет, да, цвет замечательный. И смотрите, из новой коллекции вот такая интересная рубашка с асимметричным низом на шнурке. 100% хлопок. Ну, такая своеобразная. Конечно же, добавляет объем. Но очень стильная, интересная вещь. Так, в Заре появились вот такие из эко-кожи штаны. На мне размер XS. Они мне большие. В талии неплохо сели, если еще ремень надеть. И с этим ремнем нас уже задолбало. Ну, в бедрах мне чуть-чуть не понравилось. Они, видите, на мне чуть-чуть как-то большие. Причем это размер XS. Очень цвет хороший, бежевый. Мне прям нравится. С моим свитером классно подходит. Вот. Внутри подкладка очень приятная тоже к телу. Так что присмотритесь. Так вот, я надела ремень. Уже смотрится получше. И мне комфортнее. Цвет прям мне очень нравится. Да, с ремнем определенно лучше. Так, ну что, из новой коллекции еще есть вот такой кардиган. В нем 12% шерсти, даже колется, как настоящая шерсть. Очень тоже хороший цвет, такой бежево-коричневый. Я померила вот как раз-таки с этими штанами бежевыми из эко-кожи. Подвязала ремнем.
И такой получился уютный и в то же время стильный образ. Прям мне нравится. На мне кардиган размера М. У двух размеров идет S и M. Я взяла побольше, чтобы кутаться. Ой, я прям стою, и мне в нем тепло. Черным, когда снимаешь, немного проблемы. Телефон не понимает, где человек. Так, померила вот такой свитер фактурной вязки. К сожалению, он без добавления какой-либо процентности шерсти. Но смотрится интересно за счет своих рукавов. Вот таких на резинке, они идут широкие. И горло высокое. И вот такие штаны. Классические, что хорошо в них, они на резинке, в талии хорошо садятся. На мне размер XS со стрелками, и внизу вот такие подвороты у них. Хорошо смотрится, мягенькие, невесомые, не чувствуешь в принципе на теле их. И опять фактура, разница фактур прям со свитером. Был бы он с шерстью. И уже новая коллекция пальто Zara. Кстати, что интересно, вчера только на сайте посмотрела, обратила внимание на это пальто. Но оно на сайте такого глубокого зеленого цвета. На самом деле это не такой глубокий зеленый цвет. И смотрите, сочетание черного, зеленого, всех таких природных тонов, оттенков, цветов мне очень нравится. Вот, оно из шерсти, вискозы, стоит 11 тысяч. У него такие рукава, манжеты с хлястиками, воротник с лацканами и... Есть еще пояс. В принципе, у них стандартные карманы, объемные рукава. Стандартная уже коллекция такая. В прошлом году были такие более спокойные цвета. И сейчас вот они добавили цвета. Хороший цвет тоже. Несмотря на то, что на сайте он более такой зеленый, глубокий, темно-зеленый. Очень милая кофточка в Заре. Только учтите, что она маломерит. А я вас благодарю за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать позитивные комментарии. Еще раз огромное спасибо. Пока.